Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре студия в панельном доме 20-этажном в Академии. Вот в этом. Дом с хорошим месторасположением и с необычным номером квартиры. Молодогвардейцев 76, квартира 67. Собственник специально выбирал такую цифру. То есть для кого важны цифры, да, номера квартир и вообще нумерология это, да, обратите внимание. Ну что, пойдем смотреть. Дом строил еще застройщик Greenflight. Смотрите, какие лифты классные. Поднимаемся на 7 этаж. В квартире в студии. Студия 29 квадратов с балконом, по документам 24 с небольшим, 24,7. Значит, квартира в чистовой отделке от застройщика. Все, что вы сейчас увидите в квартире, это все остается и входит в общую стоимость квартиры. Значит, давайте с основной вот этой кухни-гостиной начнем. 19 квадратов. Ламинат, обои. Обои требуют косметического ремонта. Ну, в любом случае, если вы въезжаете в квартиру, в основном обновляют обои. И потолки здесь побелены. Значит, холодильник, кухонный гарнитур, электроплита, вытяжка. Все это остается. Стол, стулья и диванчик. То есть, все то, что нужно для того, чтобы заехать и жить. То есть, давайте еще посмотрим, что у нас. Прихожая. Прихожая тоже полностью остается. Санузел совмещенный, полностью в плитке и на полу, и на стенах. В санузле у нас стиральная машина, небольшая ванная, раковина, туалет и шкафчик для принадлежностей. Пойдемте посмотрим на балкон, вид с балкона и что рядом находится с домом. Значит, балкон панорамный, 5 квадратов. Пол подняли, то есть здесь обычно плита, его деревянными лагами, если не ошибаюсь, подняли. Это у нас сторона восточная, там как раз Юргу, Гагарин парк, река Миас. Здесь в доме находятся много магазинов, которые, ну там нужны бытовые, и Уральская фабрика мяса, хороший магазин мясной. Значит, остановка общественного транспорта совсем рядышком. Во дворе два детских сада функционирующих. Все рядом. А, и самое главное, Челгу в пешей доступности. И хотелось бы, да, сказать, для кого подойдет данная квартира. Идеально подойдет для студента, то есть Челгу рядом, магазины рядом, остановка общественного транспорта рядом, центр рядом. Также можно эту квартиру рассмотреть для одного или для пары без детей. Тоже хороший вариант. На этом все, друзья. Записывайтесь на просмотр, ставьте лайки, рекомендуйте это видео друзьям. Всем пока!